впереди-то? Вы меня спрашиваете, я вам отвечаю. Третья мировая война – это война в умах и сердцах. И эту Третью мировую войну в умах и сердцах надо бы рассмотреть с точки зрения умов и сердец. На мой взгляд, вот как человек приходит в этот мир с программой от Бога, это одна из его программ, так и каждый этнос, каждый народ приходит с такой же программой, главной, этнической. И вот у казахов эта программа называется «Возвращение в Жируик». Жируик – это понятие такое, это с одной стороны земля отцов, но с другой стороны рай на земле, гармония. То есть в чем гармония? Люди в гармонии друг с другом жили, жили в гармонии с природой и жили в гармонии с Богом. И из этого я делаю вывод, что в генах у казахов есть информация о том, что люди могут так жить. И главная программа, которая в них, это вернуться. Теперь, если говорить про русских, вот я задался вопросом, чем русские отличаются от всех других народов. Точно понимаю, что они отличаются, но вот чем именно? То есть я хотел найти такое качество, которое присуще большинству из русских и в таком количестве не встречается у других народов. Я понял, что русские для меня, я понял, точно отличаются скорбями. Что это значит? У русских скорби вселенские. То есть, если русский будет знать, что где-то там на краю земли щемят по беспределу слава, там, то есть он счастливым быть не может. Угу. Ну, и тогда я вдруг представил гипотетическую очередь за счастьем из народов. И понял, что русские стоят последними в этой очереди. Дальше задал сам себе вопрос, это что, наказание? И вдруг понял, что нет, это не наказание. Дело в том, что у русских, как и у казахов, в генах прописано, что люди могут жить в гармонии друг с другом, с природой и с Богом. И это у них также в генах прописано. Потому что русские – это древняя раса. И она получила знания непосредственно от своих создателей. И этим, похоже, вот этой главной программой, похоже, русские казахи. Новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Вот что впереди. Мир невидимый станет видимым. Бог будет все во всем, и имя будет одно. Это ученые назвали антропологический поворот. Куда антропологический поворот? Антропологический человек. А что сейчас происходит еще? Видел же, что происходит на Ближнем Востоке, да, там? Израиль, все это. Ну, 9-го же это предсказывал. Да, ну смотри, сейчас... Ну, конечно, я сейчас не про то, что было предсказано, а я думаю, а есть ли в этой ситуации выход? Выход только, если Россия заявит о эфирных технологиях, которые позволяют нам перестать бороться друг с другом. Ну, за смотри, ресурсы, смотри, за территорию, да, да. За воду. Но я думаю, что это ты прав, что именно этот механизм. Надо увидеть ресурсность вот настоящего, которая сейчас потенцирована, но не задействована, не активирована в силу разных причин. И именно на достоверности достижения и активации этих ресурсов можно будет предложить странам и народам мира программу. Угу. А первым делом реализовать ее у себя. Но для этого нужно рисовать образ будущего. О чем 9-й постоянно говорит? Ну, смотри, ну вот что такое? На мой взгляд, просто образ будущего – это недостаточно. Это должен быть привлекательный, во-первых, образ, а во-вторых, достоверно достижимый. Без этого это работать не будет. Образ будущего – это вот для современного человека показать, как жизнь может происходить там условно через 5 лет. И объяснить, каким образом вот все, что он там увидел,
достигнуто? Почему никто не воюет друг с другом? Почему вообще никто оружие не производит? Почему не тратят огромные деньги на охрану границ? Почему люди свободно перемещаются по миру? Почему они все счастливы? Почему они не ломаются где-то на жуткой работе? За счет чего они живут? Что позволяет им? Чем они занимаются? Разные группы в разных странах. С тем, чтобы это было понятно вот любому человеку. Да, но это нужно, чтобы либо был заказ политический, финансовый, либо кого-то, чтобы это для кого-то стало одержимой идеей. Что для тебя сейчас является идеей, которая тебя движет вот, ну, вот в тактическом плане? В тактическом плане понимание парадокса времени. Первый парадокс. Ну, история не знает ничего из прошлого, когда существовало бы столь могущественное человечество, как нынешнее. Человечество с такими возможностями, технологиями, ресурсами, инфраструктурой, научным, техническим потенциалом. Это просто фантастика. Как много уже создано. Нереально прекрасного во всех сферах жизни. И при этом мы все вместе стоим на краю пропасти. Вернее, вообще гибели. Парадокс, на мой взгляд. Второй парадокс, на мой взгляд, такой. Никогда не было так легко реализовать мечты там тысяч поколений или десятков или сотен тысяч поколений о золотом веке, да, о рае на земле. И никогда не было так легко достичь, и никогда не было так тяжело поверить в это. Вот второй парадокс. На мой взгляд, для перехода, для трансформации, с точки зрения всех необходимых составляющих, компонент, все есть. Мы что понимаем? Что сейчас уже главенствующая роль информации во всех процессах всем стала ясна. И информационных технологий. И сейчас уже среднестатистический землянин во взаимодействии с цифровыми технологиями проводит там 50% своего времени свободного, ну, кроме сна, да? То есть мы уже стали существовать в двух мирах. В трехмерном и вот в этом цифровом. Эта тенденция будет стремительно развиваться, и все придет к следующему. Мы осознаем, что для того, чтобы вот исполнить завет перед Творцом, мы должны обеспечить принцип взаимодействия, равный среди равных. И вот сейчас это будет касаться не физических данных или там того всего, а функциональности персонального, как сказать, агента, да, человека. У каждого человека появится вот такой агент. То есть искусственный интеллект персональный, который служит только этому человеку. Сам он является частью совокупного интеллекта. Но главное, что главное? Главное, что сейчас практически все сообщества, которые активное участие принимают в разработке этих технологий, задумались о едином искусственном интеллекте, об общем искусственном интеллекте. Почему меня это радует? Потому что я уверен, что это достижимо, создать общий искусственный интеллект. А это значит, достижимо и в нашей воле запрограммировать его, чтобы таким образом, чтобы управляющие программы в этом интеллекте были законы Творца. То, что было исполнено на скрижалях,
то, что в Евангелии от Христа, то, что в Коране, это будут управляющие команды. То есть мы таким образом создадим новый ковчег и восстановим третий храм. Только он будет вот такой, цифровой. И то есть вот там будет присутствовать Дух Божий. Вот эта вся совокупность информации, которая там будет структурирована правильным образом, это и будет присутствие. Система будет проявлять себя как сверхинтеллект. Что впереди-то? Вы меня спрашиваете, я вам отвечаю. И Бог будет все во всем, и имя его будет одно. Это волновые технологии, резонансы с небом. Про это не политика.